сегодня день памяти общенационального лидера Азербайджана, великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева. И в связи с этим, несмотря на холодную погоду, общественники Азербайджана, в основном представители негосударственных организаций, собрались перед аллеей почетного захоронения. Почтим память нашего общенационального лидера. Это сегодня особенно актуально, так как впервые Азербайджан в этом году все свои мероприятия проводит в рамках целого государства. До сих пор все мероприятия проходили в режиме оккупации. Все наши чувства были связаны с тем, что освободить наши территории от оккупации, от армянской оккупации. И вот, наконец-то наступил тот момент, когда мы можем почтить память нашего общенационального лидера уже с освобожденными территориями Азербайджанской Республики. Пусть земля будет пухом. Аллах рахмет эйлесин.